Депутаты фракции «Единая Россия» в окружном совете Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев и Владимир Семин проверили состояние станции «Пионерская». Пешеходный мост и платформы повреждены, ступени во многих местах имеют сквозные дыры. Металлические и бетонные элементы подвержены коррозии. Станция выглядит небезопасно. Представитель РЖД сообщил, что до конца года ее приведут в порядок.